Друзья, всем привет! Это мы, ваш фестиваль «Алешенька Кыштымский карлик». И 30 января 2021 года мы снова будем с вами. И на этот раз впервые в формате онлайна. Ну, вы понимаете, пандемия, все дела. Поэтому мы готовим в этом формате кое-что для вас по-прежнему интересное. Что вы увидите, кого вы, точнее, увидите. Давайте мы сейчас с вами немножечко заглянем. Увидим мы с вами Актиния Кайнова с его гуманоидом Вадимом. У нас будет поэтесса Александра Аксенова. Журналист Андрей Гусельников, который много написал и много знает на тему Алешеньки. Совершенно незабвенный исполнитель Виктор Бял. Болгарский исполнитель в самом необычайном стиле. Великолепный, совершенно неподражаемый музыкант дядюшка Вилли. Естественно, сам Владимир Бендлин, следователь по делу Карлика, почтит нас своим присутствием. Генрих Кохман, музыкант. Из Москвы к нам присоединится тележурналист, человек, который освещает массу различных аномальных тем, Денис Овсянников. Нас будет принимать студия газеты «Тайна жизни». И вот на экране мы видим Ивана Шихова, это главный редактор. Мой большой друг, человек, который феноменально много знает об экстрасенсах, о различных практиках, эзотерике. И вот мы с ним поговорим, как он смотрит на вопросы, что такое повторял из себя феномен Алешеньки. Мне Алексею Королеву будет аккомпанировать в проведении Маша Дубровская, профессиональный радиоведущий радио «Джем Екатеринбург». Мы увидим танец в совершенно необычайном стиле от Наташи Репиной. И что мы можем сказать в итоге? В итоге вы можете спросить, а сам-то Алешенька к нам придет? Друзья, Алешенька обещал вернуться. И оказавшись 30 января вечером в нашей трансляции, вы сможете ответить для себя на этот самый главный вопрос. Ну и, конечно же, со всеми нашими гостями мы будем обсуждать, что это была за история, как ее объяснить. В общем, постараемся в онлайн-форме все-таки для себя и для вас всех попытаться немножко расширить горизонт этого вопроса. Ну и, конечно же, вы сможете тоже присоединиться, то есть написать, задать вопросы. У нас будут еще в студии некоторые гости. В общем, несмотря на то, что COVID и всякие ограничения нам создают некоторые проблемы, но давайте вспомним Алешеньку, вспомним добрым словом, попытаемся разобраться в этой истории. Я ведущий фестиваля Алексей Королев. Ждем вас 30 января. Пока-пока.